Девочки, давайте просто представим, что сейчас не 5 ноября, а 5 января, хорошо? Сегодня мы будем повторять вот эти вирусные рецепты. Я та самая Aesthetic Coffee Girl. Я продала почку, чтобы купить вот эту хуйню. И вот эту. Я не знаю, что будет с моим желудком после этого видео. Да, мы будем делать кофе с разными фруктами. Мне положили камень вместо авокадо. Я думаю, за такое нужно подавать в суд. Кто напишет в комментарии, что это такое, тот получит от меня лайк. Это был самый тупой байт на лайк. Это просто маракуйя, девочки. Кстати, мой коктейль любимый делается вот как раз с помощью маракуйи. Pornstar. Я всегда очень стесняюсь говорить его название. Так что, возможно, если у нас не получится сделать кофе, сделаем кое-что другое. Ой, эту я штучку обожаю, но мы начнем не с нее. Она была такой не такуськой, что у нее даже вместо молока было не молоко. Почему я вообще снимаю это видео? Во-первых, это хайп. Во-вторых, я каждый день пью обычное эспрессо с молоком обычным и со льдом. Меня это немножечко уже как бы подзаебало. Поэтому сегодня я планирую проверить вирусные рецепты, после которых я вообще не буду пить кофе. Ребята переживают, это мое первое видео. Скажите, что у меня все получилось, даже если у меня не получилось. Итак, смотрим первый рецепт с авокадо. 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 Чем я занимаюсь? Дощечки придумали для лохов. Это научно доказано. Мама, не смотри это видео. Девочки, прошло 2 часа, я наконец-то убрала эту косточку. Я ради этого звука просыпаюсь по утрам. Кстати, у меня всегда теряет она мощность через недели-две. Когда я ее использую, постоянно нужно покупать новые батарейки. Что-то оно не работает, даже не знаю почему. Наверное, все-таки надо было брать спелый авокадо, да? У меня уже капучинатор нагрелся. Лишь бы уроки не делать. Девочки, я напомню, у меня сочинение через месяц. Бля. Ладно, всем пока. Видите, тут есть какая-то мякоть. В принципе, этого достаточно, да? Да. Дальше у нас идет карамельный топпинг, которому 15 лет, я думаю. Я его купила, когда только начала увлекаться кофе. Caramel. Тем временем моя аскеза от сахара просто такая. Привет. Я, кстати, вообще не люблю сиропы в кофе. Не знаю, они для меня какие-то лекарственные. Ну я же знаю, что сейчас будет. Давайте не будем обманывать друг друга. Вот что мне с этим делать? Поехали. Ну оно все равно сейчас разольется. У меня нет салфеток, но зато есть... Women. Matcha coffee. Выглядит просто уебищно. Беру наше молоко за оверпрайс. Coconut meal. Там комочки плавают. Видите эти комки? Как я это сейчас буду пить? С удовольствием. Девочки, у меня на этом важном моменте закончилась память. Блогер, которого вы заслужили. Так, let's try. Неплохо, неплохо, но и нехорошо. Больше я никогда не куплю авокадо. 4 из 10, так вам скажу, не повторяйте дом. Девочки, не зацикливаемся на плохом, у нас позитивное мышление. Смотрим следующий рецепт. Давайте сделаем вид, что у меня есть все ингредиенты. Они решили за мою почку положить еще и трубочку. Как это мило. Зачем готовить кофе нам, если мы просто можем попить за эти деньги кокос? Как вам такая Aesthetic Girl? Погнали, на. Так. Видно? Там течет реально. Ой, там реально есть молоко. Зачем существует кокос вообще? Как его дробить? Что с ним делать? У меня все в этом кокосе. На каменщик работает. Я устала. Но все грязное. Вот как это пить? Я злая, как собака. Оно вообще вкусное, нет? Да. Мы вливаем сюда воду эту кокосовую. Она мутного, ужасно некрасивого оттенка. Видите? Ну такая хуйня там плавает. Это оно. Блин, у меня не взбивается, как у нее. Оно течет. Да и похуй. Caramel. Давайте сделаем вид, что тут нет этой матчи. Она все равно уже вся на дне. Coffee. То, что я хотела. Это ужас. Это 0 из 10. Так, сейчас у нас по плану должно быть вкусно. Давайте, как обычно, сделаем вид, что там не хани, а кармел. Интересно, если я не буду мыть фрукты, со мной что-то будет?
Маракуйя. Вот это было эффектно. Молодец, Олесь. Какой вкусный запах. Оно реально что-то перемешивает. Капучинатор работает. Как обычно, это выглядит, как будто там какие-то личинки плавают. Ну, что делать? Офигеть. У меня реально радости полные штаны. Я уже ставлю 10. Типа мед. Кофе. Давайте попробуем. Они все у меня застревают в трубочке. Сделаем вид, что это вайп Боба Ти. Это невозможно бить, девочки, нет истории. Это ноль. Я уже ставлю 10. Какая ты двуличная, Раиса Васильевна. Теперь переходим к самому отвратительному. Набираем 100 лайков, и я делаю кофе из носка. Чили. Хани. Чиа. Милк. Матча. Сиропа. That's right. Perfect. Перец. Девочки, я просто ненавижу перец. Я не знаю, надо ли убирать косточки. Никогда с этим не сталкивалась. Ну, уж эти зумеры. А мне американские бургеры дороже овощей из грядки. Немножко взбью свое молоко грязным капучинатором. Просто тут все намешано в этом капучинаторе. Я, если честно, не завидую своим будущим детям, потому что они меня спросят, почему в моем супе плавают брокколи. Потому что твоя мать не моет посуду. Что обычно мне снится. Она использовала семена чиа. У меня есть небольшой запасик. Ой, многовато, да? Да нет, нормально. Забавно, что я никогда не ела перец, зато пью с него кофе. Это просто кофе, тут не ощущается перец, потому что я все косточки вытащила. Это просто андеграундный стакан. Перец вообще не чувствуется. Я просто попила кофе, спасибо, ребят. Всем пока! Ладно, это был пранк, я же знаю, из-за чего вы тут сидите. Король нашего вечера. Я знаю, что это будет офигенно. Dragon Fruit. У нее этот рецепт набрал 55 миллионов просмотров. Я думаю, у меня столько же наберет видео, да? Dragon. Landed. Little roses. Coconut milk. Coffee. Let's try it. Perfect. До меня дошло. Она удалила серединную мякоть. Я тоже так сделала. Фу, там перец остался на ложке. Походу, с детьми это правда. Гибашим дальше. Она, как обычно, добавляет клубничный сироп. У нас, как обычно, caramel. Потом удивляемся, почему это отвратительно на вкус. Синамон. Думаю, этого достаточно. Кокосовое молоко. Кофе с мочой. Тут опять все застряло. Кстати, это даже не блевотно. Я и сам своего рода баристой. Этот рецепт 8 из 10, потому что опять застревают косточки. Карамельный сироп сюда не подходит. Извините, я не крыса из Франции, чтобы делать хорошие сочетания. Ну что, вот такая проверка кофе хаков у нас получилась. Пишите, как вам мои длинные ролики. Пожалуйста, без мата. Если кто-то досмотрел, спасибо вам большое. Не делайте этого, не переводите зря продукты. Всем пока. Еще один. Bye.